Здравствуйте! Вы на канале GD News, и это новости Geometry Dash, выпуск 47. Сегодня вы узнаете, что происходило в мире Geometry Dash за последний день. Поехали! Squid прошел Insane Demon Rupture от Джеко, Insane Demon Diabolical Error от Fluxure и Insane Demon Necropolis от Neptunel. Да, я прошел! О, наконец-то записывал, да, я записывал, ура! Я прошел Некрополис и не слил в конце. Боже, что это за магия, я не понимаю. Блимер сделал прогресс на Visible Ray 62-100. Да! ГГ? Да. Ура. Молодец. Meteus Gaming сделал прогресс на Cosmic Cyclone 57-100. I did it! Yes! Ah! Okay. Zara Master показал превью коллаба со Сравенсом. Энсуиш поставил рекорд на Каваретто 85%. Дезумари показал свою часть Void Wave. Фарс прошел Hard Demon Gemmary от Stardust 1971. Yes! Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарий. И кстати, спасибо за 80 подписчиков.